вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Да-да. Что делать-то, Имень? Ушел селедку хавать. Ну вот так, рот открыл и плывет нахуй. За косяком. Нету. Он лежит сейчас в этой возле камушка где-нибудь, отрыжка такая от селедки. Надо вечером пробовать. О, еще лодка. А про кондуктора слабо? Кондуктор не пеший. Дальше. Кондуктор, понимай, ты меня не сбивай. Давай, продолжай. Что, девушка, я прощаюсь навсегда. Качаю толп, чтобы Леха заработал миллион. Да, не будет ничего. Просто я тебе говорю, он за селедкой ушел. Все, больше не будем. Что еще? Теперь его только на тунгуске ловить. Неудачная какая-то рыбалка. Не, вот плыть перестал, походу там косяк. Кого зацепились? Ничего мы не зацепились, это рыба попала. Чё говоришь? Ну
куда он всплывет-то, там тонна. Я говорил, мешки брать надо. Можно 5 рейсов сделать, да? Можно и до 10 вечера плыть. Ему уже сыпать некуда. Ты что, там ее взять не мог? Ветра не было, залавок не обрушило. Вот оно у края глубоко теперь. И течение, смотри, сильнее стало. Леха, спускайся, спускайся, его тащит, смотри как. Если она была вчера, значит она будет сегодня. А? Ты придерживай, что-то его несет, смотри как. Ну, потому что держать надо. Ну и было вчера течение, просто, блин, мы здесь высоко так сильно долго не были. Да потому что место здесь фиговое. Пока мы ниже не спустимся, мы так и будем. Видишь, у нас это... Не, зря вытащили, нам выбирать нечего там. Бессмысленно так высоко заплывать, да? Блядь, а как его тут? В смысле? Забыл. Не умеешь, что ли? Трык. Трык-трык. О, смотри, маленькая. В чую пролезла. О, еще лодка идет. Или день голимый. День! Солнце! Мы вчера в это время еще дома были. Это лишнее таскание, да? Угу. Пока ее время не подойдет, все зря таскаешь. По ведерку. Не, ну просто, блин, можно или 10 тоней дать, или всего 2. Через час, может быть, тут 45 лодок приедет. Ну это тоже может быть, да. Вижу помаленьку, что там? А я-то ничего. Сейчас нормально попало вообще, по-моему. Выйди с воды, ты что стоишь-то в воде, она обходит тебя. О, считай, ведерко попало. Пилятку отпускаем. Ну, Костя, это чего? Чего, где? Вот, большой. Пелить это. Вот это большой пелить? Да, маленькая это пелить. Смотри, как хорошо в мотин собралось, да? Ну, блин. Че, всех отпустили? Да. Пошел нафиг! Вон пелить. Костя, у тебя друг дурачок. Ты закрывай мне вот, а то он, блин, сейчас все подбежит. Ну так ты его открыл же. Че? Твой друг дурачок, говорит. А, я поймал рыбу. Вот почему-то на той-то нет, плохо подходит. А потому что всегда наверху плохо клевало, блин. Как будто незнашно. Не помню я уже. Ну. Блин, что такое грязь?
Потому что в грязь вытащили. А что, ты селедку ел, что ли? Костя. Ужас какой, да? Папа свин, мама свин, блин. Пеппа. А Леха будет Пеппа. Свинка. Утром прихожу домой со смены, а у меня свинка Пеппа идет. Да? Смотришь? В основном. А мне-то прислали свинку Пеппа. Я ее Свете подарил. А? Ты что, не видел, на холодильнике стоит? Она ее унесла с холодильника. А, унесла? Давай. С Германии прислали свинку попутешествовать в Россию. Прикинь. То есть вот мое ведерко ложи. Ну сегодня-то я точно сделаю с лучком. Паренку? Да. Как мы поедим с Витухой. А ты будешь завидовать. Нет. Да. Не буду. Будешь? Знаешь, какая вкусная? Не люблю вареная рыба. Не зря. Кто-то мне будет завидовать. Ты что, Лёха, готов уже? Чего? К высыпанию ящика. Дубль 2. И опять одна вывалилась. Опять, но еще одна. О, а это вчерашняя и это, и сегодняшняя. Эти, которые компрометируют-то всех. Сбегают. Металлолом везут. Это солнце глаза слепит. Тепло зато. А? Тепло зато. Тепло, ага. Что, есть берегу? Это хорошо. Да. Хорошечно. Хорошечно. Хорошо пришла? Добро, добро. Подойдет. Вижу, вижу кунку рыжу. Есть там? А там? А вон там? А где? О, радуга. Дуга. О, селедку вижу. Голова торчит. Добро, добро. Ухо, ухо забито. Потому что время подходит, и она подходит. Подошла. Хорошо подошла. Там рыба. Что-то оно не такая уж таня. Та таня была шикарней, да? Налим. Не выкидывай, отпускай. Отпускай. Чебулька. Аккуратнее ее отпускай. Она не разобьется, ты не бойся. Не так высоко летит.
Уши мерзнут. О, что делаешь? Пугаешь ее? Да. Чтоб она там в ичью вколотилась. Че, думаешь, напугалась? Нет. Что-то ни голов, ничего не видно. Одна торчит. Парочка. Солнце, видишь, над лесом висит, она еще не у берега. Она, видать, отошла, помню, чтобы... Косяк, но подходил, потом отошел опять. Солнце скроется, опять подойдет. Может, серединки попался. Кто его знает? Да? Во, кто-то там ходит. О, щука какая хорошая. Щуку-то что, заберем, да? А зачем? Смотри, какая она толстая. Щуку зачем заберем? Маме Наде отправить. Смотри, какая она шикарная. У нас есть большие щуки. Будет еще одна большая щука. Давай, чем, чем ее отоварить? Ну, почищу, когда матери не будет. Да я тебе говорю, она вон битком вся. Она. Толстая, нифига. Беременная щука. Вот попробуй ее сейчас на блесну поймай. Она натарабанилась этой селедки, как это она. Давайте ведро. Смотри вовнутрь. Вот. Торчит хвост. Ну-ка, вон, вон торчит. Сунь туда пальчик. Да иди. От кого это хвост? Налим. Не знаю. Не, что-то какая-то рыба не понятно. Щучка как будто маленькая. Точно, да, щучка. Да, давайте, зубы огромные. Да? Нет у тебя пастиш с собой этих? Они в это, в сиденье. Ну, что делать? Да вы дайте мне ведро-то. Что делаем? Откуда ее? А товарить ее надо. Вот так возьми ее и... Вот это об это бревно, бум. Ну, какой тебе? Да ты ее возьми за эту тушку. Возле головы. Почти попал. Сейчас ведро дай. А, иду я, иду. Объектив, что ли, забыл? Да ты что? Я не вижу никого там. Там кусты у берега торчат. То мы вчера здесь не водили, да? Его, может, унесло сюда? Или мы здесь были? Или мы доходили до сюда? Есть? Чувствуешь, да? Чайка чувствует рыбу. О, подобрала что-то там. Есть? О, рыба е. Плещется в ухе. А он тянет, не вот аж обратно, смотри что. Ну и полное ухо втрамбанулось прям. Прям вколотило ее в ухо. Вколотило прям полное ухо вон. Проносит у нас почему-то в невод в последнее время. Да нормально там все с грузами. На песке больше не надо грузов. А? На песке больше не надо грузов, подрезать будет. Что-то ходит, что ли? Ты сдвинь сюда ты. Что ты стоишь там на одном месте? Блин, она наоборот убегает, а?
Все, и нам хватит. Спасай рыбу, спасай, а то утонет. Ряпушка, и нам хватит, да? О, сик, смотри, какой длинный. Хватит? А? Как всегда, с вами был канал «Это не диалоги, а рыбалки».